Школьники Славянска, Николаевки и других соседних городов получили подарки к 1 сентября от хоккейного клуба «Донбасс». На празднике первого звонка учащимся подарили рюкзаки с клубной символикой в клубных черно-красных цветах, а также различные учебные принадлежности. По итогам поездки представители благотворительного фонда Бориса Колесникова и хоккейного клуба «Донбасс» передали 2500 подарочных рюкзаков для детей Славянска, Николаевки, Краматорска, Дружковки, Константиновки, а также беженцам, проживающим в Святогорске и других городах Донецкой области. Многие школьники занятия в новом учебном году будут совмещать с тренировками по хоккею или фигурному катанию на арене «Альтаир» в Дружковке, где открылся новый ледовый сезон спортивной школы хоккейного клуба «Донбасс».